Сегодня рано утром, друзья, около 8 часов утра из полицейского участка города Москвы нам стало известно, что ночью произошла трагедия с российским певцом и музыкантом, легендой из 80-х Владимиром Пресняковым-старшим. Срочно подписывайтесь на наш канал, мы делаем для вас интересные новости из жизни российских звезд. Нам сообщают о том, что этой ночью возле своего подъезда неизвестными лицами был избит и ограблен советский российский артист, певец и музыкант Владимир Пресняков. В процессе его избиения у него отобрали мобильный телефон и барсетку, в которой находилось 150 тысяч рублей. Как это все произошло, пока неизвестно. Известно только то, что артист сейчас находится в одной из больниц города с тяжелыми телесными повреждениями. Полиция уже занимается этим вопросом, уже изучают съемки с камер видеонаблюдения на данном участке. Мы будем надеяться до последнего, что у нас к утру появится возможность узнать что-либо более подробнее по поводу этой трагедии, чтобы завтра утром, дорогие друзья, об этом всем рассказать вам на нашем канале. Давайте поддержим нашего артиста, подпишемся на наш канал и будем следить за новостями. Берегите себя, родных и близких, друзья, и пусть вам в жизни сопутствует только удача.